Дед Мороз и Снегурочка – главные сказочные персонажи Нового года. Они всегда олицетворяют праздничное настроение и подарки. Андрей Макалкин вместе с Александрой Ульвис уже не первый раз предстают в этих образах и поздравляют с наступающими праздниками. Для этого они пришли в Видновскую районную детскую поликлинику. К нам приходит Дед Мороз и Снегурочка, поздравляют наших пациентов. Они очень радуются. Мы вводим хороводы, устраиваем мероприятия. Новый год – это ожидание настоящего чуда. Особенно трепетно к волшебному празднику относятся дети. Нынешнее поколение, оно нынче уже подрастающее, рано развивается и уже перестает верить в чудеса. И хочется как бы это продлить. Ну и подарить просто им счастье, радости, улыбок. Без внимания не остались и сотрудники медицинского учреждения. Взрослым тоже приятно получить подарок, пусть даже небольшой. Желаю всего самого наилучшего в следующем году. Спасибо. Чтобы детишки поменьше болели. Конечно, это самое основное, самое главное в настоящее время. А также Андрей Макалкин обратился к жителям округа с теплыми словами. Поздравляю всех жителей Ленинского городского округа с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, счастья, позитива. Ну, а маленьким... чтобы сбывали все желания. До Нового года Андрей Макалкин планирует вручить еще не один подарок детям из нашего муниципалитета. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.